Ну что ж, начнем разжигать печь. Разжигать буду с помощью капсулы для розжига. Здесь у нас идет с вами мелкая щепа высушенная, как бы сделанная в каркас. Разжигается она с помощью вот этого отверстия. То есть сюда подносится спичка. Здесь обложены дрова. То есть все спокойно загорается без проблем. Ее кладем в середину. Берем брикеты мы с вами, обкладываем полностью капсулу для розжига,